Так, поехали. Тогда с нашим докладом он будет о том, как находить ориентиры в мире инфосека. Я думаю, что для вас это будет, ну, скажем так, полезно, потому что обычно люди, которые находятся в университете, они не сильно хорошее представление имеют о том, какие тенденции есть в IT-сфере или в других сферах, которые двигают то, в чем они развиваются, даже если человек находится на специальности, которая касается информационной безопасности, не всегда можно понять, в какую сторону копать. Очень много информации, глаза разбегаются. Я думаю, и девелоперы с этим сталкиваются, и те, кто там программированием занимаются, и всякими QA-ными вещами. И с безопасностью то же самое происходит. Практически все эти технологии очень быстро развиваются. Очень сложно сориентироваться, что сейчас актуально, куда нужно смотреть, какие тренды и так далее. Вот сегодня об этом и поговорим. Что происходит с информационной безопасностью, куда все бегут, чтобы вы не в последний вагон запрыгивали, а могли как-то планомерно расставить приоритеты и развиваться в этом направлении. Так, немножко про себя расскажу. Я уже 10 лет в инфосек, если учитывать годы обучения. Преподаю около 7 лет. Это преподавание в университете различных IT-курсов в академиях Cisco. Какой-то курс доктора Вебера вел и D-Link, и, в общем, много всего было и по security, и этичные хакерства там, и так далее. В IT около 5 лет, поработать успел в Samsung Research Center, и вот последние 3,5-4 года работаю в DataArt. Организовывал в свое время АВАСП и САКО сообщество в университете. Hackup Learning Network была такая организация небольшая, которая объединяла волонтеров, и мы различные штуки устраивали, типа как конференции по безопасности, всяких там Capture the Flag игр, переводили курсы, которые потом отдавали просто свободный доступ и так далее. Ну, про то, во что я верю, мы попозже поговорим, может быть, в конце доклада эта мысль раскроется, а может и нет. Значит, сегодня у нас будет несколько персонажей в моей презентации. Первый — это, в общем-то, студент. Вот такой интересный он, фигурки у нас обозначаются. Атакующий — это человек, который ориентирован на какие-то вещи, которые связаны с, если грубо говорить, это может не совсем правильно, с хакерством, да, но проще, так сказать, взломами, с компрометацией ресурсов, поиском уязвимых мест и их эксплуатации и так далее. И защищающий — это человек, который, в общем-то, должен защищать инфраструктуру от вторжения злонамеренных лиц или автоматизированных средств, которые должны нести какую-то вредоносную функцию. Вот, соответственно, вот эти три персонажа, они сегодня и будут участвовать в нашей презентации. Вы, наверное, стоите на распутье и думаете, в какую же сторону вам сейчас развиваться. Может быть, вы уже определились, неважно. Я думаю, что презентация немножко вам углубит это понимание и так далее. Но в целом вот есть две линейки развития, между которыми вам нужно будет выбрать. Первое — это вы хотите больше быть со стороны атаки или со стороны защиты. Это стандартное разделение. Не я только это советую сделать, а вообще практически любой человек, у которого спрашивают, вот, как начать развиваться в сфере информационной безопасности. Но сначала надо понять себя. Майндшифт он какой? Он больше все-таки нацелен на то, чтобы найти уязвимость, ее проэксплуатировать, влезть в систему, вытянуть пароли, взломать там аккаунт, закрепиться в системе, вернуться в нее, там, проникнуть на следующую систему и так далее. Либо он ориентирован на то, чтобы, наоборот, защищать, создать большую стену и так далее. Чаще всего это все в майндсет заложено. То есть может показаться, что
сфера атакующего, она интересная, но когда вы начинаете этим заниматься, я знаю многих людей, которые сказали, ну, это вот не мое, ну, скучно и все, но не могу ничего с собой поделать. Вот, так что бывают такие случаи. Точно так же и с защищающимися. Они там приходят, начинают строить какие-то там решения, там все, комплексную систему защиты информации. Говорят, нет, скукотища, пойду взламывать. Вот, поэтому тут вам нужно в себе поколупаться и решить. Что здесь будет представлено? Это то, что в сфере, в различных сферах и у атакующего, и у защищающегося есть различные отрасли, в которых можно развивать свои навыки. Вот, у атакующих это отрасль первая, в которой можно развиваться, это социальная инженерия, это, ну, скажем так, это подход, при котором вы взламываете людей, по сути. Здесь могут быть и технические средства, и не технические использоваться. То есть вы можете послать фишинговое письмо, и человек клюнет. И, в принципе, это тоже метод социальной инженерии. Вот. А можете просто в диалоге с ним позвонить ему на телефон и сказать, обмануть его, да, представиться каким-то другим человеком, impersonation сделать там с представителем технической поддержки компании, например, и выудить у него какие-то пароли. Или там информацию, которая вам нужна. Вообще, социальная инженерия — это очень большой пласт информации. Туда входят и личные контакты, и сбор информации, и различные технические штуки, как проворачивать, в том числе там всякие фишинговые атаки, и как звонить с телефона с подменой номера. И, ну, очень много и технических, и нетехнических вещей. Надо знать психологию, надо понимать, как технически эту атаку преподнести таким образом, чтобы человек на нее клюнул и так далее. Вот это одна из вещей, которую знать желательно. И, в общем-то, есть даже отдельные люди, которые занимаются конкретно вот этими штуками. Есть даже соревнования, когда дают задачу о том, что нужно взломать там какую-то компанию, например. А кто быстрее это сделает, тот будет крут, но при этом вы не можете их атаковать техническими средствами фактически. Вам нужно это сделать при помощи телефона, например. Все. Физический хакинг — это немножко другая штука. Ну, хакинг с ножем, может, это не совсем правильное слово, но, скажем так, физическое тестирование, да. Что сюда входит? Сюда входят различные штуки, которые связаны с побочными электромагнитными излучениями. Сюда входят вещи, которые связаны со считыванием информации от вибраций стекла, различные вещи, как уворовать информацию через сеть электросвязи обычную, всякие микрофончики в ручках, скрытые камеры и подобного рода штуки, закладки в стенах. Да. И есть достаточно много компаний, которые занимаются физической как защитой информации. Там немножко другая штука, об этом поговорим. Но вот физический хакинг, он больше связан с тем, как можно взломать какую-то организацию, компанию с точки зрения того, там не технологическими средствами, да, там не при помощи того, чтобы вирус запустить, а при помощи вот конкретных физических средств воздействия. Такие штуки не очень часто востребованы. В основном, я думаю, это в госорганах каких-нибудь, которые следят за частотами, или военные объекты могут потребовать такого рода тестирования. Но чаще всего такие штуки не очень популярны. Ну и третья разновидность, которая, в общем-то, разделяется еще на десятки других под тем, да, в который можно залезть, это тестирование на проникновение, или на английском называется penetration testing. По сути, это область, которая воспитывает этичных хакеров. Да? Когда вы получаете легальное разрешение на то, что вы можете проводить тестирование какого-то объекта, и вы идете и начинаете его взламывать, но с официальным разрешением на это. И сюда входит тестирование веб-приложений, тестирование облачных сред, тестирование обычных десктопных приложений, мобильных приложений, тестирование IoT-инфраструктуры, Internet of Things, да, тестирование сетей,
Потому что одно дело там веб-приложение затестить, а другое — это сеть предприятий. Абсолютно разные подходы, разные инструментарии и так далее. Вот я 6 областей назвал, там еще есть много всего. Но в каждой из этих областей, которые я назвал, веб-тестирование, сетевое тестирование, IoT-тестирование, это огромный пласт знаний. То есть там можно развиваться очень много, долго, планомерно, и совершенство достичь достаточно сложно. Вот, поэтому хороший пентестер, он, конечно, в нескольких областях разбирается, в других просто понимает. Поэтому эта область, она очень обширная и требует большой усидчивости, конечно, для того, чтобы в нее попасть и стать действительно профессионалом. И защищающий человек, то есть такой defender, по большому счету. Что здесь может быть из разновидностей? Это инженер безопасности, это человек, который на daily basis занимается вопросами о том, как обезопасить компанию, да, что нужно внедрить антивирус. Значит, если нужно внедрить антивирус, то какой из них выбрать? Берется несколько продуктов, он их тестирует, говорит, вот это нам подходит, это не подходит, такие плюсы и недостатки. И на основе там сравнительной таблички выбирает, ага, вот это нужно имплементировать. И внедряет какой-то антивирус глобально в организации. У инженеров большой скоп задач, они там занимаются и внедрением новых механизмов безопасности, улучшением процессов, и помогают в написании политик, и улучшают уже существующие механизмы безопасности, и реагируют на угрозы информационной безопасности, и на инциденты, и так далее. То есть скоп задач очень большой, и, в общем, это наиболее часто распространенная такая профессия среди внутренних команд, которые занимаются безопасностью в компаниях. Compliance — это ребята, которые занимаются доведением компании до того состояния, чтобы она была, чтобы она соответствовала определенным международным стандартам. Ну, например, вы уже, наверное, знаете, что есть там ISO-стандарты, есть SOC-стандарт, есть еще куча разных стандартов. В них четко прописаны требования. Компания должна соответствовать вот этому, там, пятому, десятому, сотому. Соответственно, compliance-инженер, он должен понять, компания движется в этом направлении, например, выходит на европейский рынок, а там GDPR. Нужно соответствовать. Compliance-специалист должен понимать, что в GDPR входят требования, и довести компанию до такого состояния, чтобы она соответствовала этому стандарту и не попала под санкции. И так далее. Соответственно, они же частенько проводят аудиты безопасности, чтобы проверить, значит, что аудитор делает. Он берет перечень определенных пунктов и идет, например, к внутренним проектам или к внутренним департаментам и сверяет, соответствуют они тем политикам, которые в организации есть, или тем стандартам внешним, которым должна компания соответствовать или нет. Если не соответствует, то, соответственно, это все репортится как несоответствие, и эти все штуки должны устраняться. Децентрализованные технологии, или здесь правильнее сказать, специалисты по децентрализованным технологиям, эта тема ворвалась очень обширно, там буквально, может, лет 5 назад, и она с этого времени очень сильно развивается, бурно. Сюда входят различные технологии, которые касаются блокчейна, сюда же входят и криптовалюты, как вы уже поняли, но не путайте криптовалюты с блокчейном и децентрализованными технологиями. Децентрализованные технологии, они, во-первых, намного шире, во-вторых, блокчейн применяется не только в криптовалютах, далеко нет. И само, вообще децентрализованные технологии и блокчейн — это очень перспективная штука и находят применение в очень многих областях. Но не воспринимайте это как единственное, как вот децентрализованные финансы или что-то типа такого. Не надо. Этот человек должен хорошо уметь программировать, потому что нужно хорошо очень знать криптографию, нужно понимать, как работают децентрализованные технологии, где они позволяют выбить преимущества, понимать, как их применять в жизни, вот, и хорошо уметь программировать, потому что в основном нужны как раз люди, которые умеют
спрограммировать решение на низком уровне, то есть со всеми криптопримитивами там, и так далее. Хотя сейчас появляются и вещи, которые уже более высокоуровневых людей требуют. Анализ вредоносного ПО. Есть такие ребята, они работают там в антивирусных, например, лабораториях. Появляется новый сэмпл, вредоносный вроде как, но нужно проверить, он вредоносный или нет, и разработать для него сигнатуру. Соответственно, эти люди очень хорошо понимают о том, как работает программное обеспечение в архитектурах там, операционных систем, железа, и они работают в основном с ассемблером и всякими тулами, которые позволяют на низком уровне посмотреть, что из себя представляет софт, и вычленить какую-то часть, которая будет отвечать конкретно за сигнатуру для обнаружения вредоносной вот этой составляющей в файле. Вот. Ну, соответственно, не только этим они занимаются, они там занимаются и тем, чтобы написать какие-то алгоритмы того же искусственного интеллекта, то есть machine learning, да, машинного обучения, который позволит научить систему автоматически определять похожие вирусы в будущем. Цифровая криминалистика — это люди, которые приходят на место преступления, и они должны собрать информацию со всех систем и собрать ее таким образом, чтобы она имела вес в суде, имела значение какое-то, как бы правильное слово подобрать. Я просто все с английского в голове перевожу, извините. Значит, есть очень много правил в цифровой криминалистике. Если вы что-то нарушаете, то доказательство это в суде не будет принято. Например, если вы из компьютера вынули жесткий диск и потом начали работать конкретно с этим жестким диском, то есть вы нарушили его целостность, он уже не будет принят в суде как вещественное доказательство. Соответственно, нужно взять жесткий диск через специальный write protector, считать его на другой жесткий диск, взять несколько копий хэшей цифровых отпечатков, да, чтобы проверить целостность жесткого диска. Оригинальный жесткий диск запечатать в упаковочку, положить с биркой соответствующей, когда он был заклеен, чтобы его никто распечатать не мог, и работать только с копиями. И там очень много таких нюансов есть, что нельзя выключать компьютер сразу, как только вы пытаетесь что-то расследовать, потому что у вас из процессора могут стереться данные, которые будут важны в ходе расследования, да, из регистра процессора, когда питание исчезнет, и из оперативной памяти данные пропадут. Поэтому это тоже особая специализация, и здесь, конечно, специалисты должны быть подкованы. И инструментарий свой есть, как это все расследовать, как автоматизировать эти процессы, и механизмы и подходы есть свои. Ну и физическая безопасность — это люди, которые занимаются там защитой от прослушек, защитой от ПМИНов, которые занимаются, ставят турникеты, да, систем безопасности, безопасность там входных дверей и всего остального. Здесь тоже достаточно большая сфера деятельности есть, и многие люди кайфуют от того, что они там работают. Ну, в общем, каждый из вот этих пунктов, которые я сейчас перечислил, да, начиная там от атакующего первого по третий и у защищающегося от первого по шестой, это очень большой пласт знаний. Это, знаете, как с врачами. Вот есть врач-хирург, есть педиатр, а есть терапевт, а есть там еще кто-нибудь, да. И они учатся на свою профессию достаточно долго и становятся специализированными врачами. Вот точно так же и здесь. Если вы хороший атакующий там пентестер в каких-то областях, вам очень сложно быть одновременно и очень хорошим комплайенс-инженером или там инженером безопасности. Или если вы очень хорошо разбираетесь в физической безопасности и там в цифровой криминалистике, например, вам будет достаточно сложно еще освоить какие-то дополнительные профессии. Поэтому тут нужно определиться, конечно, что вам нравится, там, больше с бумажками работать, аналитическую работу делать или сидеть там, тестировать что-нибудь и так далее.
Окей, теперь поговорим немножко про тренды. Я немного ускорюсь, чтобы вложиться, и вы успели еще вопросы позадавать. Значит, общие тренды в сфере безопасности, они примерно такие. Первое – это то, что наблюдается глобальная нехватка кадров. Но это глобально имеется в виду во всем мире. И приблизительно 50% всех вакансий, они открыты в США. Вот. По последним аналитическим данным, там что-то около 1,5 миллиона людей не хватает. То есть открыто вакансии, которые не заполнены, 1,5 миллиона. Вот. Но 50% из них — это США. Как вы понимаете, все остальное по миру разбросано. Там очень много и Индии есть, и так далее. Я взял отчет, вы сможете, наверное, его потом найти в презентации, когда ее будут распространять. По ссылочке перейдете, сможете полный отчет скачать, он большой. Вот один из вопросов, который там был с графиком, это хватает ли вам security талантов? Или есть ли у вас проблемы с тем, чтобы найти security таланты на рынке? И 72% организации ответили, что у них есть проблемы с тем, чтобы найти реально таланты на рынке и привлечь их в свою компанию. Вот. Ну, снова же, это больше направлено на западный мир, но тем не менее. У нас есть много аутсорсинговых компаний, которые тоже работают на Запад, на Европу и Америку, и эта статистика для них очень актуальна. И второе, вы верите в то, что у вас наблюдается нехватка людей с необходимыми навыками по безопасности в вашей компании? Это тот же самый отчет. 76% компаний говорят, что да, у них не хватает людей, которые знали бы хорошо security и могли эту компетенцию распространить в компании. Значит, это был глобальный тренд. Чтобы вы понимали, в принципе, сейчас золотое время для безопасников, потому что они везде требуются. Это все очень сильно становится регулируемая область, появляются новые стандарты, которым нужно соответствовать, новые требования. Люди понимают, что security – это очень важно, потому что все переходит в цифровую, там, в клауды, технологии становятся сложными, хакеры все перебрались туда. Вот, поэтому все набирает обороты. И, соответственно, мир оказался не готов. Но сейчас, еще от себя добавлю, сейчас очень многие начинают готовить специалистов по безопасности. Появляется очень большое количество курсов. Сейчас все становится намного более доступным. Люди с самообучением занимаются активно. Я думаю, что там, в ближайшие 5 лет мы увидим тенденцию на то, что количество этих людей, которые востребованы в качестве вакансии, они будут снижаться. И там еще и другие тренды играют в этом роль, но мы об этом поговорим. Но сейчас вообще время золотое, да, на расхват. Тренды для атакующих конкретно, то есть те люди, которые хотят заниматься больше вещами, которые связаны там с хакингом, пентестами и так далее. По моему субъективному мнению, проще всего начать с веб-пентестинга, то есть тестировать веб-сервисы. Почему? Потому что существует очень большое количество уже готовых тренажеров. Что из себя тренажер представляет? Это ISO-образ, какой-то операционной системы, заготовленной с уязвимыми, заготовленными веб-приложениями. Вы качаете этот ISO-шник, ставите себе на VirtualBox, например, или где-нибудь там разворачиваете, и у вас уже готовый стенд, на котором вы можете отрабатывать атаки. Можете взламывать это приложение, переламывать, потом заэрейзили, поставили по новой, оп, у вас чистенькое приложение, можете играться снова. Такие штуки есть и для сетевых пентестов, там, и для форенсики, но для веб-пентестинга таких вещей просто завались. То есть их нереально много. То есть я не знаю, ну просто много. А на Vulnhub это такой ресурс, который агрегирует, собирает различные вот эти стенды, которые вы можете сами развернуть. Это что-то вроде WordPress блога, я не знаю, на чем он сделан, но неважно.
Это что-то типа блога, там запись есть о том, что вот вышла новая версия такого-то стенда, на котором можно тренироваться. Можете туда зайти, самые актуальные стенды себе накачаете, хотя бы десяток, и можете начать тренироваться. Это очень легко сделать. А WASP, организация Open Web Application Security Project, они занимаются безопасностью приложений во всем мире, и это open-source организация. Короче, они выпускают все продукты свои бесплатно. И у них есть такая штука, которая называется WASP Testing Guide. Это книжка там, на 1000 страниц, которая детально расписана, что нужно проверить по пунктам, какими тулами проверить, какой output получить, в какой последовательности проверять там, и так далее, для того, чтобы сказать, что вы проверили веб-приложение полностью. То есть все тесты прогнали, которые вот сейчас вообще известны и актуальны. Да? Он постоянно обновляется, это очень классный ресурс. У AWASP миллионы просто различных гайдов. Есть у них AWASP ISVS, который скажет вам, ага, есть приложения, они с разным риском. Да? Есть просто веб-сайтик маркетинговый, который говорит, мы такая-то компания, мы занимаемся тем-то. Ну, просто сайт-визитка, да. Он не несет такого же риска, как сайт-сервис, да, который хранит медицинские данные или данные о банковских, там, банковскую информацию и так далее. Соответственно, AWASP ISVS говорит, в зависимости от того, насколько рисковый у вас веб-сервис, вы должны проводить либо больше тестов, либо меньше тестов. И вы можете взять AWASP ISVS, который очень хорошо мапится на AWASP Testing Guide, и сказать, у меня приложение, которое соответствует определенному уровню рисков, поэтому я должен провести из AWASP Testing Guide вот такие-то тесты. Все, у вас уже есть методология тестирования, вы можете идти делать тестинги. Осталось только научиться, как это делать. А научиться, Wollenhub, свободное обучение, книжек накачали, видео посмотрели и вперед. Побольше ресурсов здесь вот на GitHub они собрали такую большую подборку, сделали. Там просто сотни ссылок на ресурсы типа AWASP, Wollenhub. Короче, море. Море всего. Учись не хочу. Есть такие штуки, называются HackerOne и BugCrowd. Это площадки Bug Bounty, наиболее популярные в мире. Что такое Bug Bounty программа? Это когда вам платят деньги за то, что вы нашли уязвимость в каком-то стороннем продукте. Например, Apple платит уязвимость, если вы найдете деньги, если вы найдете уязвимость в их последних айфонах, да, например. Либо Microsoft платит деньги, если вы найдете уязвимость в их продуктах, реально эксплуатируемую уязвимость. Но Microsoft может вам заплатить за уязвимость, которую можно эксплуатировать автоматически, не прибегая к правам администратора, то есть от обычного пользователя, и при этом она позволит вам повысить права до системных и эксплуатировать ее, например, можно удаленно, не обязательно там машину заражать. Она может, Microsoft может вам заплатить даже 100 тысяч баксов за эту уязвимость. Вот. Вообще на HackerOne и BugCrowd компании регистрируются и говорят, мы хотим, чтобы нас взламывали, да, тестировали фактически в соответствии с нашими правилами. То есть, что они публикуют там, какие ресурсы они выставляют на тестирование, правила, по которым тестирование должно проходить, и сколько они платят за каждую найденную уязвимость определенного типа. И там этих программ сотни. Заходите, участвуйте в программах, набирайтесь опыта. Что-то найдете, заработаете денег. Не найдете, ну, получите опыт. Хорошее место. CTF-игры, Capture the Flag, игры так называемые, выдаются задания, и, например, вы за определенное время должны решить как можно больше заданий. За каждое задание вам дают баллы. Побеждает та команда, которая набрала больше всего баллов до окончания игры. Там игра может длиться сутки, например. Да? Это хакерские контесты. То есть фактически там дают всякие задания, которые связаны со взломом каких-то штук.
CTF Time — это глобальное расписание всех CTF-ов, которые в мире происходят в целом. Там их столько много, что вы можете хоть каждую неделю играть в новый CTF. И очень многие задания, не все, там есть много и других заданий, но очень многие задания связаны с веб-хакингом как раз. Вот, поэтому в CTF-ах тоже можно поучаствовать. А главное сразу не сдаваться, когда у вас что-то не получается. Там задания сложненькие бывают, да. Почитать райтапы. Райтап — это когда человек, который прошел этот CTF, он пишет отчет о том, как он эту задачу решил. Он таким образом себе пиар набивает. А вы можете зайти и сказать: а, так вот, как надо было эту задачку решать, елки-палки. Вот, и через там какое-то время у вас накопится знания для того, чтобы вы сами могли решать эти задачи. Вот, поэтому штука интересная, но к ней надо быть готовым. То есть желательно все-таки вернуться в начало, накачать материалов, накачать книжек, видео, посмотреть это все, поучиться, потренироваться, почитать, что есть в мире, и поизучать дополнительные ресурсы, а потом уже можно идти там на всякие хакерваны, бахкрауды, CTF и так далее. Второй тренд, который сейчас есть, это то, что уже он давно, но сейчас это просто эпопея какая-то. Очень многие ресурсы, практически все строится на микросервисах. Что такое микросервис? Это когда вы приложение не монолитно разливаете, а когда у вас есть несколько маленьких контейнеров, виртуальных машин как бы, каждая из которых выполняет свою функцию. На одной виртуальной машине у вас стоит база данных, на другой у вас вот приложение крутится, на третьей у вас какая-то аналитика собирается, там что-то, на четвертой у вас скрипты отрабатываются. Ну, я условно говорю, да, но так, для общего понимания. И эти все виртуальные машины, они друг с другом общаются, передают данные для того, чтобы сформировать одно большое веб-приложение или веб-сервис какой-то. Все большие веб-сервисы, они работают по такому же принципу. Там сейчас все на этом строится. Так вот, для того, чтобы общаться этим контейнером друг между другом, да, маленьким этим независимым частям, они должны иметь какое-то соединение. Этим соединителями выступают API штуки. Обычно они в виде веб-странички делаются, на которую прилетают данные в обозначенном формате, там, в JSON или в CSV-шке или в чем-нибудь еще. Они туда прилетают, соответственно, API-ка либо их отдает в определенном формате, либо их забирает в определенном формате. Все очень легко. Но что, какой тренд сейчас идет? Это то, что этих микросервисов становится много, практически все приложения на них строятся. Соответственно, тестирование API, пентесты, становятся все более востребованы. И это на самом деле так. То есть я думаю, что в ближайшие там, 3-5 лет API-тестирование это будет одной очень-очень-очень крупной областью станет. Ну и, конечно же, облака. Туда все кочуют, несмотря на все консерны, все то, что там может небезопасно быть, мы не все контролируем, все дела. Все равно все туда переезжают, это неминуемый процесс. Соответственно, уже многие задаются вопросом, а у нас нет компетенции о том, как безопасность настроить. А если мы настроили, а насколько мы хорошо безопасность в облаке настроили? И вот тут появляются задачки для того, чтобы провести пентест облаков. Пока что это не самая выгодная, востребованная услуга, так сказать, но я думаю, что в ближайшие снова уже там 3 года эта штука будет развиваться очень сильно. Для защищающихся есть свои тренды тоже. Ну вот начнем с такого. Машинное обучение и искусственный интеллект. Тот же самый отчет, который вы потом сможете скачать. Там вот было такое. Верите ли вы в то, что искусственный интеллект и машинное обучение могут решить частично вашу проблему с тем, что вы не можете найти или нанять специалистов по информационной безопасности? 46% людей, компаний, да, сказали, что да, такие можно частично разгрузить таким образом свои потребности. Почему? Потому что машинное обучение и автоматизация, в том числе про автоматизацию чуть позже поговорим,
эти алгоритмы искусственного интеллекта, машинное обучение, они позволяют вам принимать решения на основе там, большого объема данных намного лучше, чем люди, быстрее, чем люди, и автоматизированнее, чем люди. Это же человек, если он есть в процессе, во-первых, он подвержен ошибкам, во-вторых, там есть проблема того, что он там, может заболеть. И вообще, когда что-то от человека зависит, это все медленнее работает, потому что он не может работать на тех же скоростях. Вот. Соответственно, машинное обучение и искусственный интеллект, они уже глубоко в информационной безопасности. Все антивирусные продукты работают на этой штуке. Все там продукты, которые связаны с интеллектуальным обнаружением девиаций в поведении пользователей, это уэба, там всякие продукты, вещи, которые связаны с распознаванием шаблонов странного поведения в Active Directory домене или в сети. Это все там есть, это все алгоритмы уже известны, там это все давно. Но сейчас это все применяется к еще более новым и новым системам безопасности, в том числе к схемам, SOAR-ам, для того, чтобы автоматизировать процессы принятия решений, что очень важно. Так вот, автоматизация. Я здесь написал. Это очень важный процесс. Сейчас автоматизацией занимаются практически все. В том числе я знаю, что некоторые нанимают даже отдельных девелоперов для того, чтобы они помогали им писать какие-то автоматизационные скрипты в своих командах инфосека. Какие здесь есть тулы, которые используются чаще всего? CM, который агрегирует в себе кучу логов с ваших фаерволов, IDS-ов, IPS-ов, DLP-систем, с антивирусов ваших, из сети, с вашего Active Directory домена, из прокси-серверов, короче, отовсюду, из облака, там все в себя впихивает и хранит. Соответственно, вы можете быстро производить поиск по этой информации, коррелировать эти данные между собой об уязвимостях и угрозах, например, там, и так далее. И принимать решения на основе этих данных. Точно так же SOAR, да, Security Orchestration and Automation Response. Это система, которая через API интегрируется с разными другими системами, да, от разных вендоров. У вас может быть антивирус от одного вендора, защита сетевая от другого вендора, ту компанию производителя, да, там, не знаю, что-нибудь там, защита вашего облака от третьего вендора, и она умеет синхронизироваться между всеми этими системами, считывать из них данные, получать дополнительную аналитику и путем выстраивания шаблонов поведения, то есть фактически вы такими блоками выстраиваете, что делать в случае, если обнаружено фишинговое письмо. А если в нем есть файл, то мы берем этот файл, отправляем его на VirusTotal и еще на какой-нибудь анализатор, получаем, сколько антивирусов считает его вредоносным, выставляем рейтинг этому письму, и потом, если мы считаем, что рейтинг там от 10 до 20, то мы рейзим инцидент, потому что мы не можем автоматически решение принять. А если рейтинг больше 30, это значит, что это точно малварное письмо, и мы его там добавляем на наших фаерволах там, в блокировку, на наших email-релеях в блокировку, на наших антивирусных решениях хэш этого файла в блокировку. Все, все автоматизировано. Вот это SOAR называется. И про AML мы уже поговорили, Artificial Intelligence и Machine Learning. И еще очень важно уметь программировать. Неважно, кто вы, атакующий или безопасник, но на чем-то программировать уметь очень желательно. Притом не на таком уровне, как программисты, потому что они умеют оптимизировать софт, но на уровне того, чтобы просто запедалить, да, накодить какой-то скрипт, который будет решать ваш рутинный процесс, это очень важно. Вот Python, PowerShell и Bash для защищающихся — это очень крутые языки. Я сам знаю Python, и мне он помогает, он на daily basis просто. Облачные технологии чаще применяются и больше рисков несут, это правда, потому что люди еще не умеют хорошо их настраивать. И частенько бывает так, что там бывают проколы, и мы видим, что и утечки из этого происходят, и взломы из этого происходят, и вообще там все плохо. Поэтому облака — это наш новый работодатель, по сути.
IoT область, которая плохо регулируема с точки зрения законодательства пока что. Мы видели и ботнет Mirai, который перезаразил миллионы устройств айтишных и потом осуществлял DDoS-атаки на скорости там терабит в секунду, да. И мы знаем про камеры, на которых стоит там стандартный логин-пароль, и можно зайти и подглядывать за людьми. Короче, и это никак не наказывается. Поэтому ждем какого-то регулирования с точки зрения госрегулирования, имею в виду в разных странах, законодательств и общепризнанных стандартов, которые должны говорить о том, как безопасность в IoT обеспечивать. И там тоже появится достаточно много работы в Ангуле. Блокчейн, снова же, децентрализованные технологии, не путая с криптовалютами. Криптовалюта — это не единственное применение блокчейна, как вы можете понять. Но тема очень интересная, ну, я не буду здесь останавливаться, потому что это так на много часов. Но в целом в эту область посмотреть стоит, хотя бы понять, как это работает, где это применяется, где это полезно. Возможно, это вам станет интересно, и вы найдете в этом свою профессию. Ну и снова же, сейчас все там приватностью данных задались, новые стандарты появляются, и действительно люди и стандартизируют и безопасность информационную, и приватность данных, тот же самый GDPR, сейчас там в Америке выходят свои стандарты, которые приватные данные будут безопасность регулировать. И в странах восточных, я думаю, что появятся тоже какие-то стандарты свои. Поэтому это вся вещь, которая будет давить на compliance, в том числе на аудиты, и, конечно же, больше работы появится и у специалистов по безопасности, там, инженеров безопасности и так далее. Ну и, конечно, глобальный тренд — это bring your own device, это когда люди приходят на работу с собственными девайсами, да, с каким-нибудь зараженным телефоном, подключают его к сети компании, и понеслось. И всякие девайсы, когда они уносят домой, там работа удаленная, потом приезжают в офис обратно, либо подключаются удаленно с зараженных девайсов, или там с девайсов взломанных, или с не очень секьюрных, и так далее. И work from home режим — это когда люди, VFH, да, work from home, когда люди могут работать из дома вследствие глобального карантина, пандемии, так сказать. Люди сейчас массово работают из дома. Но насколько безопасно этот домашний environment организован, настроен, как людей обучить работать дома безопасно, как им технику безопасную предоставить, как проконтролировать, чтобы они не с личных устройств работали, а с корпоративных. Вот как проконтролировать то, чтобы они не подключались зараженных устройств к нашей внутренней сети компании, там, и так далее. Это и раньше было актуально. И эта актуальность, она только нарастает. А сейчас это вообще просто самый пик актуальности этих вещей. Вот. Значит, и последний слайд с контентом таким. Обучение — это процесс. Вот в вашем деле сейчас очень важно учиться. Поэтому я несколько позволил себе пару рекомендаций дать вам о том, куда можно посмотреть, в какие стороны, как, чтобы у вас был выбор какой-то. Значит, первое — это сертификации. У многих вендоров есть сертификация. У Microsoft есть сертификация, у Cisco есть сертификация, у Aruba, у Juniper, у AWS, у Azure, у всех есть сертификация. Посмотрите, что вам интересно, в какую сторону копнуть. Поучитесь, получите знания, получите отраслевой сертификат, чтобы он у вас был. Многие говорят, это никому не надо, никто на это не смотрит. Поверьте, когда вы студент, и вы приходите с пачкой сертификатов, это намного лучше, чем если вы придете просто с корочкой об окончании универа. Это стоит денег, но оно того стоит, ну, честно. Плюс это систематизирует знания, это все-таки показывает о том, что вы там на байдекува, в общем, учились. Вот домашнее задание вам. Найти, значит, сертификации по информационной безопасности, которые вам интересны, потом выберите. Но найти сначала все возможные, да,
Там есть EC Conceal, десятки сертификаций, AST2, десятки сертификаций, CompTIA, десятки сертификаций. У вендоров Microsoft, Cisco, AWS там, и так далее, свои сертификации. Поэтому поищите, посмотрите, посмотрите, что есть на рынке, и потом для себя выберите, в какую сторону копать. Второе, формализуйте опыт. Это всякие статейки, блоги, обучить других людей. Это все очень полезно для вас, потому что вы формализуете собственные знания. Вы смотрите, где у вас пробелы, вы это ищете, выкапываете информацию. Вот эта работа аналитическая, когда вы формализуете ваш опыт, который хранится в голове, не структурированно, это очень важно. Найдите себе ментора. Вот ментор, человек, который уже прошел какой-то путь и может вам подсказать, смотри туда, не ходи туда, ходи туда. Вот это очень важная штука. Посмотрите человека, с которого вы хотите взять пример, и попросите его вас поменторить. Организовывайте различные события и в сообществах участвуйте. Есть там АВАСП сообщество, DevCon, ИСАКА, их там море. Есть локальные конференции ваши. Участвуйте в качестве волонтеров на этих конференциях. Сами что-то организуйте. Возьмите пару ребят, сделайте какую-то там конференцию CTF, организуйте, что-то еще. Будет что написать в резюме, научитесь навыкам организации, научитесь работать в команде, получите живой опыт, получите связи, да, масса преимуществ. На доступных тренажерах тренируйтесь, то есть, как я уже сказал, не нужно идти и взламывать Пентагон там или что-нибудь, не надо. Это все плохо закончится. Значит, есть специальные площадки, на которых тренироваться можно. Вот идите и тренируйтесь на них. Начните свой пэт-проект, это имеется в виду там стартапчик, какой-то там свою софтинку написать. Это может быть не бизнес, это просто может быть какой-то open-source проект, который решает маленькую какую-то проблему. Мелочи. Вот. Но из этих мелочей может сложиться ваше резюме. 2-3 мелочи сделаете, уже будет что показать работодателю для первой работы. На этом у меня все.